Приветствую всех на моем канале. Майские праздники. Сегодня 2 мая, четверг. Я нахожусь в городе Вроцлав, такой вот парк. Цветет вот каштан красиво, так видно. Я в очередном велопоходе на майские праздники. Поеду так дня на 3. Забросился поездом в город Вроцлав. Ну и буду ехать в сторону дома велосипедом. Планирую 2 ночевки. Там посмотрим. Выеду из города Вроцлав и вдоль реки Одра. Как-то ездил этим маршрутом, но попробую его поизменять. Есть там интересные, красивые места. Посмотрим. Всем приятного просмотра. Я поехал. Да, начнется мой небольшой велопоход. По километражу я не знаю, сколько будет, ну, километров 150, я думаю. Такой отдых на велосипеде. Русло речки Одра. Вот по мосту перееду на другую сторону, сворачиваю влево и вдоль этой речки покамест будет мой маршрут. Там стану, есть у меня одно местечко классное, посмотрю, стану на обед. Второе мая. Для такого города вообще, так смотрю, трафик, ну, практически машин нет, можно так сказать. Праздники, одним словом. Город Вроцлав. Так вот идет велодорожка, увидел. И вдоль речки я сейчас буду ехать вообще непосредственно. Так увидел просто с моста, люди так ездят, спускаются, вот я решил тоже так попробовать проехать. Вот такая вот красота. По этому мосту я переезжал в эту речку. Сделал остановочку на таком довольно-таки историческом месте. Сейчас вернусь к этому. Вот идет мой маршрут. Велодорожка. Там у нас автострада на горизонте. Но я ее проеду под ней проеду. Вот. Там есть все хорошо. Только самое место.
общем, в далеком 1884 году это была пристань пароходов. Вот она прямо тут вот была, не знаю, в общем, но была. Вот такая вот пристань здесь располагалась. Вот даже там пароходы, что, ну вот она, в принципе, на фотке такая вот была. Это немецкое название города Вроцлав. Он же назывался раньше Бреслау до 1945 года. Да, но потом переименован был во Вроцлав. Ну, вот такая вот карта. Вот я здесь, это пристань пароходов. Вот так я ехал, в общем, отсюда. Ну, вот это вот сам Вроцлав. То есть я уже за пределами города. И мне сейчас, в общем, туда. Вот, немного постою, посижу. Вот лавочка, классное место для отдыха. В общем, вот такие вот места есть на моем пути. Вот такая вот дорога. Можно спуститься тут. Не, объехать дальше. Тут сильно я тяжелый. Сильно тяжелый вел на такой спуск. Вот можно тут есть пологий такой склон. Вот, я сейчас по нему проеду. Да, такой прикольный маршрутец пока есть. Ну а там сейчас я пересеку эту автостраду, пройду под ней. Будет тоже такая велодорога, грунтовая, лес. Вот на горизонте показалась она уже. Это автострада, по-моему, А8. Да. А8 по карте. Вперед. Следуя по этому маршруту. Вот такой вот, не знаю, отрезок, парк можно назвать. В общем, сделана такая спортивная, в общем, аллея. Турники, брусья, в общем, вот такое все. В общем, называется «Дорога здоровья». О, так, дословно перевести, тут написано «Стежка здоровья». Вот. Так вот, интересное место, так еду потихоньку. Никого нет. Один велосипедист проехал навстречу. Вообще как-то непривычно для этих мест, всегда так оживленно. Наверное, в праздники. Вот направление маршрута. Интересные места попадаются, просто так их видишь. Ну, бывает, я тут был последний раз той осенью проезжал. Вот, а как бы оно уже такое было желто там во всех таких цветах, в общем, ну, осенних, так скажем. Вот, а сейчас все зеленое, классно. Такой вот классный спуск небольшой. Прикольный ветерок. В общем, на солнце уже тепло. Довольно-таки градусов 20 есть. Будет больше. На сегодня так погода где-то 25-27. Уже такая более летняя. Ну, с учетом повышенной влажности, то есть это довольно-таки много. Я вот еду дальше по таким красивым местам. Тут, в общем, начинается лесная зона. Поехали.
свернул, в общем, с дороги. Я сейчас попробую выехать на берег этой речки Одра. Да-то я тут стоял на ночевке. Вот, сейчас посмотрю. Виднеется речка. Вот такая вот красота. И сейчас я тут стану, в общем, пообедаю. Скажу так, время 10:30. А там вот тут чуть дальше, 50 метров, я когда-то ночевал. Тут палаточка была, все. Был какой-то парный поход у нас с Яриком, по-моему, да, и мы, в общем, тут ночевали. Берег речки Одра. Красота. Сделаю небольшой перекус. Вот, и еду дальше. Все равно прикольно. Ветер, конечно, да, тут гуляет нормально. Ну, а дальше. Дальше опять на дорогу и вперед. Вот такая вот велодорожка, передо мной автозаправочная станция. Вот, мне надо сейчас тут набрать водички. Магазины, по-моему, закрыты сегодня. Ну, неважно, мне по пути особо не будет. Вот, сейчас наберу водички и продолжу маршрут. Запасы воды. Я продолжаю путь. Вот такой шикарный велодорожка. Кстати, в том году, когда я ездил, ее тут и не было. Она строилась, и я ехал по асфальту. Ну, по основной дороге. Но сейчас такая шикарная дорога. Идеальное покрытие. Можно пока месть радоваться ей. Не знаю, насколько она длинная будет, но. Ну, хоть сколько. Буренки пасутся вот так. Бычки тут он. В общем, молодой скот. Разболелись. А моя, мой веломаршрут идет вот такой вот дорогой. Да, но самое, что главное, она. Самое главное, что она есть и обозначена. Вот. Идет пока в том направлении, которое мне надо. Ну вот передо мной, в общем, трасса. Велодорожек пока не предвидится. Еду по обычной трассе.
ехал с асфальтной дороги, в общем, вот такое вот место для отдыха попалось. Я его отмечу на карте, потому что у меня его нету на этом участке. Вот. Немного проведу здесь времени. Лес вокруг. Небольшой ветерок. Вот. Минут 15-20 перерывчик. Немного проведя время на этом месте, я выхожу на дорогу и вперед. Вперед дальше. Навстречу новым приключениям. Вот такая вот очередная классная велодорожка. Параллельно трассе, в общем, пока месте. Вот она в моем направлении. Еду. Видно, что построена недавно. Сооружение на этой велодорожке. Велодорожка построена, тоже бывшая, в общем, заброшенная железная дорога, неиспользуемая, так скажем, ненужная, может, и вот так вот тут используют теперь для велосипедистов. Отлично. Вот и подходит к концу эта шикарнейшая велодорожка. Пройдено по ней 15 километров. Вот. И она такая именно между небольшими такими населенными пунктами. Вот, в частности, Волов и Бжег Дольний. Вот. Вот она идет, нарисована от Волов. И вот так она идет. Не знаю, я буду ехать сейчас через речку эту Одра, буду переезжать и отдаляться от нее потихоньку, уходить в сторону. По кривой, в общем, линии проехался, так вдоль этой Одры. Но новым маршрутом. Он более интересный, больше велодорог. Вот таких вот нашел. И как бы это очень даже хорошо. Сколько проеду сегодня, столько проеду. Просто уже как бы на вечер готов. Воды я взял, просто еду. Как попадется классное место, останавливаюсь и отдыхаю. Дальше вот такая вот идет тропинка, велотропа. Может, когда-нибудь ее достроят. Но я уже приближаюсь к речке Одра. Вот. Пересеку ее. Наверное, мост будет. Скорее всего.
пересекаю речку по утрам. Так, проехав немного по трассе, поворачиваю на велодорожку. И это довольно-таки очень хорошо. Возможно, попадется. Место классное. Буду ехать, пока едется, пока светло. Вот. Дорожка хорошая, сухая. Конечно, если бы было после дождя сильного такое покрытие, оно такое полупесчаное становится. Как-то ехал, в общем-то, таком. Ну, все хорошо. Накат хороший. Поехали. Еду по городу Легница. Выехал я за город Легница и держу курс на город Златорыя. До него я, в общем, не доеду, потому что это уже будет темно. До него, по-моему, 40 там что-то километров. Вот такой вот вечер. Нахожусь я недалеко от города Златорыя. Вот. Ну и тут я сейчас ищу место. Когда-то мы тут, я не помню с кем, но ночевали. И тут должно быть хорошее место. Вот. Красиво, все зеленое. Да, когда-то у меня был тоже, по-моему, такой велопоход. С того же города Вроцлав, по-моему. Но было холодно, что-то такое. Осень глубокая, да. По-моему, с Яриком, по-моему, мы ездили. И вот мы тут с ним как раз и останавливались. Хорошо, когда есть места, так тоже рассчитываешь, потом что-то там не получается, или место плохое, и тут вспоминаешь, что, о, когда-то мы тут были. И вот такая вот красота, такая долина. Вот так я нашел стояночку на сегодняшнюю ночевку. Не доехал я до озера, ну ничего, и так нормально вкрутил, вот.
Сейчас вот тут ставится палатка. Да я буду просто отдыхать, чтобы завтра пораньше выехать, доехать до этого озера. И там, в принципе, сделаю себе дневку. Просто отдых такой нормальный. Майский. Первомайский, так скажем. Вот. А тут просто переночую, ну, чтобы уже ночью не крутить. Тут осталось 30 километров, по-моему, до этого озера. Неохота уже крутить. Там нормально я проехал сегодня. Вот. Как бы сейчас даже посмотрим. Так, за сегодняшний день было пройдено 122 километра. Это отлично. Отличный результат. Давно я так не вкручивал. Ну вот. 122. Груженный велик. Пойдет. Да, конечно, грунты выбивают. Выбивают в плане, ну, теряешь время. Особо там не полетишь. Там, ну, так скорость теряется все равно. Как бы можно, если там пустой еще, ладно. Но груженный, конечно, ну, лучше не надо. Будут болты целее на багажнике и тому подобное. 122, день первый. Нормально. Солнце зашло, в принципе, в навигатор уже. Даже написал до восхода 8 часов 51 минута. Отлично. Наверное, умный. Ну, там по-своему считает, там со спутников, я не знаю. Это ихняя там программа какие-то. Вот, все, располагаюсь, залажу в палатку, там что-то быстро приготовлю, такой небольшой перекус. Да и спать. До завтра. Ой, солнце так классно разбудило вообще, пригрело в палатке. И всем доброе утро. Красота. Это просто райская поляна. Меня соловей будил, наверное, в полночи. Ну, наверное, раза три. Точно просыпался от его пения. Ну, классно вообще. Красиво. Сейчас пью кофе. Буду собираться. Надо доехать до этого озера. Ну, и стать там. Нормально провести день. Место убрано. Сейчас собираю вещи кое-какие. Вот. Легкий завтрак. Вот, тут немного. Сегодня праздник, в принципе, в Польше, да, там День Конституции, и все равно магазины будут закрыты. Но как бы продукты у меня есть, вода. Это автозаправочные станции, как всегда, они выручают. Вот. Ну, собственно говоря, как раз передо мной город Златорыя. Я думаю, там найду воды. Ехать на это, в общем, на этот залив, ну и там останавливаться. Вот. И просто делать отдых такой нормальный, как было, в принципе, запланировано. Такое вкручивание, потом отдых. Вот. Ну и возвращение домой, там километров тоже 30, по-моему, от этого озера. Ну, так, собственно говоря, вот такой вот поход получается. Вот. А пока поставил водичку, порядочек, как всегда, оставляю на своем месте. Вот такая вот красота на этом лугу. Просто место шикарное, шикарное место. Я его отмечу на карте. Вот, мало ли, пригодится еще мне. Там пересчитал, 126 километров у меня на утро. Я думаю, около 200 в общем должен круг получиться. Такая нагрузка сразу, потом отдых, ну и спорт, и все вместе. Вот такой вот горизонт виднеется, там поселок, тишина. Вот и пришло время покидать это место. Спасибо ему. Вот. Я выхожу на дорогу и держу пока весь курс на город Златорыя. Ну, там еще будут поселки, будут заправочные станции. Так просмотрел по карте. То есть, я думаю, все будет хорошо. Насчет воды много будет.
на моем пути подъемов в этих районах, тут уже ближе к горам, и подъемов больше. Ну и спуски в том числе, но тем не менее подъемов больше, потому что все идет вверх. Такая вот красота, луг такой, поле, долина. Первый подъем взят, даже вот название «Высоко», «Высоко» называется такой населенный пункт. Ну и за подъемом следует спуск. Тоже классно. Потихоньку идет. Кассету поставил, сейчас 11 передач, 11 звездочек. Спереди одну оставил, то есть, ну, как я и хотел попробовать, ну, и удачно попробовал. Вообще классно. Потихоньку на подъем идешь. И теперь спуск. Поехали. Такая тут местность у меня. В моих районах. Классно покататься по абсолютно пустому городу, где там вообще увидишь человека, как будто город вымер. Это так, таких городах, в принципе, если праздник серьезный, с утра так везде. Вперед! Да, город Златорыя, и мне по направлению вот было Львовик, там что-то 25, вот примерно в район этого города. Еду по асфальтной дороге, спуск, подъем постоянно, такая горная местность, в общем, на любителя, так скажем. Да, такой тяжелый участок маршрута сегодня. Затарился водой, в общем, на заправочной станции. Еду на этот водоем, поищу место. На этом водоеме расположен песчаный карьер, который частично затоплен. Ну и там земснарядом, по идее, вымывают нормально песок. Вот так его и добывают. Вот. И тут недалеко протекает речка Бобр, которая подпитывает этот залив. Итак, цель второго дня достигнута. Подъемы, спуски преодолены, все было пройдено. Такой небольшой отрезок, но довольно-таки сложный. Ну, насчет спусков и подъемов. Вот. Я на берегу водоема. Да вот тут сейчас поставлю палаточку. Вот, да и отдыхаю.
Отдыхаю, может, вечерком. Костерчик будет такой. Отлично. Ну, а завтра тут немного. Домой. Вот так и подходит к концу второй день моего велопохода на этом прекрасном водоеме. Класс. Солнце уже вот на горизонте. Довольно-таки было так жарко, можно даже сказать, днем. Сейчас на водоеме прохладно. Ну, как не то, что прохладно, но так свежо, классно. Вкручено было. Я думаю, особо немного, но на второй день мой пробег составил 172 километра. Что довольно-таки неплохо. Тишина. Птички поют. Радио бренчит. Класс. Третий день моего велопохода. Классно спалось. Часто вставал, потому что птицы не дают спать. Поют так, что ух. Целый оркестр. Здесь из палаточки. Не знаю, сейчас, наверное, приготовлю по-быстрому завтрак. Вот. Да буду собираться. Погода пасмурная. После обеда стоит дождь. Там гроза. Как говорится, майский гром. Майский дождь. Вот. Ну, пока не снег дождя, буду собираться завтракать. Вот. Да и выезжать. Подошло время покидать эту стоянку. Место убрано, чисто. Мусор с собой забирается, естественно. Стартовая кофе сделана. Пью кофе. И выдвигаюсь домой. Ну еще предстоит километров 30. На счетчике с утра 177 километров пройденных. Вот. Отлично. 200 будет. Такой этот майский велопоход. Классное место. Птицы, конечно, поют. Как на заказ. Концерт. Птичий концерт. Вот оно, чувство свободы. А я допиваю кофе и выдвигаюсь дальше. Итак, на счетчике, как я и говорил, 177 километров. Город Новогродец. Я его проеду.
его, в принципе, центр, небольшой городок. Собственно говоря, вот он финиш. По сути, я дома, ну, у мастерских то же самое. Вот, отличный поход. Отдохнул классно, накатался. Пойдет. И сейчас я посмотрю, сколько у меня пробег. 216 километров. 2 часа дня, третий день я дома. 216 километров. Нормально. Удовольствие, да и полезно. Я домой. До скорых встреч на моем канале.